Вот такие интересные и нужные товары я покажу вам в этом видео. И помните про конкурс, который будет в конце ролика. Поехали! Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Сегодня я подготовил для вас 15 нужных и полезных товаров для выживания и кемпинга с сайта AliExpress. Обязательно пользуйтесь кэшбэком, чтобы вернуть себе часть денег с покупки. Если кто-то еще не знает, что такое кэшбэк, то смотрите в описании под видео. Там будут ссылки не только на товары, а еще и на видео, как пользоваться кэшбэком. И как всегда, по традиции, в конце видео будет конкурс. Приятного просмотра! И первым товаром сегодня у нас будет мощный светодиодный фонарь. Если вы часто отправляетесь в походы или путешествия, тогда этот продукт для вас. Установите LED-фонарик на велосипед при помощи специального крепления, предлагаемого в комплекте, и ваша прогулка станет безопасной даже ночью. Легкий, высокопрочный продукт из авиационного алюминиевого сплава Т-60-61, тонко обработанный по специальной технологии, не подвергается коррозии и прошел анодное оксидирование поверхности. 5 режимов работы, в том числе мощный, регулируемый и сигнальный стробоскоп. Вы с легкостью можете задать нужную вам яркость мощного LED-фонаря, нажимая кнопку выключателя. Диапазон яркости составляет от еле заметного до максимально яркого. Спасательный жилет. Первое, что должно появиться на борту после приобретения катера или лодки. Жилет ориентирован на широкую аудиторию потребителей. Он порадует своей функциональностью и спортсменов-водников, и заядлых рыбаков, и просто любителей водных прогулок с комфортом. Область применения – спокойная вода, река, озеро, разлив. Лодка, скутер, катер, яхта. Есть в жилете 4 накладных наружных кармана, 2 накладных наружных кармана со сливом, 2 внутренних кармана, капюшон, застежка-молния двухзамковая, воротник-стойка, регулируемый поясной ремень. Легкий и удобный пенополиэтиленовый коврик, покрытый алюминиевой пленкой. Не пропускает и не впитывает влагу, а также обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Создаст дополнительную термо- и гидроизоляцию в паре с вашим карематом. Материал покрытия – алюминиевая фольга. Уменьшает теплопотери, увеличивая при этом термоизоляцию путем отображения фольгой инфракрасных волн. Обладает хорошими водоотталкивающими и антибактериальными свойствами. Внутренний наполнитель – пенополиэтилен, обладает высокой эластичностью и низким коэффициентом остаточной деформации. Позволяет сохранить изначальную форму и размер, свойственный коврику. Крутейший спальный мешок-костюм. Этот спальный мешок будет идеально сидеть на вашем теле и пригодится при любых условиях. В обычных спальниках не разляжешься, не подтянешься. Этот же вариант отлично повторяет контуры вашего тела. Спальный мешок может служить кроватью ночью и прекрасным комбинезоном днем при холодной погоде. В таком складном мешке есть кармашек для MP3-плеера, удобная молния и дополнительные накладки на ноги. Вам остается только выбрать свой размер и подходящий цвет. Диапазон комфорта от плюс 15 до минус 5 градусов. Небольшой ручной нагнетатель воздуха, он же ветродуй для костра, мангала или барбекю. С этим вентилятором пожарить мясо на углях или разжечь промокшие дрова будет гораздо проще. При вращении ручкой механизм создает мощный направленный воздушный поток, который делает за вас всю работу. Корпус выполнен из прочного пластика и особого сплава. Механизм действия предельно простой. Для создания потока воздуха необходимо просто крутить ручку. Уверен, что нагнетатель не раз выручит вас в любую погоду и в любом месте. Наконечник для стрелы предназначен для охоты с использованием таких видов оружия, как лук и арбалет. Инженерами были достигнуты отличные баллистические свойства полета, хорошая точность и прекрасная балансировка. Для изготовления был выбран прочный нержавеющий металл. Наконечник после использования легко чистится от жира и крови. В полете обладает отличной аэродинамикой спортивного наконечника. Стержень имеет микронасечку, что позволяет увеличить пробивную способность наконечника. У лезвий наконечника особая заточка, что делает их самыми острыми из всех им подобных. Камуфляжная лента подходит для маскировки оружия, оптики, ножей, фонарей, ошейников и других малогабаритных предметов. Эта камуфляжная лента для маскировки защищает от загрязнений, царапин и отблеска отражения света, не прилипает к поверхности, а крепится сама по себе, как привычные нам на одежде липучки. Маскировочная лента сохраняет свои свойства во влажном состоянии. Камуфлированная лента для маскировки защищает руки от нагревшихся и холодных поверхностей. В экстренных случаях может заменить эластичный бинт. Лента многоразового использования. При необходимости ее можно снять и свернуть обратно в рулон, а затем вновь маскировать нужные вещи.
спасательное или термоодеяло. Это специальные одеяла, созданные для того, чтобы в первую очередь защитить человека от сильного холода или жары, шквального ветра или проливного дождя. Ее просто необходимо иметь каждому туристу, рыбаку, охотнику и вообще всем, кто оказался в экстремальных условиях и желает защитить себя и своих близких. Данное одеяло абсолютно не представляет никакого вреда для тела, изготовлено из достаточно прочной полимерной пленки, покрытой металлизированным отражающим материалом. И его также можно применять для накрытия тента, палатки или машины. Карманное огниво – уникальная вещь для любителей рыбалки, походов, экстремального отдыха. С этим огнивом вы при любых обстоятельствах разведете костер. Он не придет в негодность, если попадет в воду, как спички. Срок его службы не один год. Сделан из высококлассного алюминиевого корпуса. Инструмент огнеупорный, водостойкий, не бьющийся. Высокого качества огниво может быть использовано до 1000 раз. Огниво миниатюрной формы, легкий вес, приятно и легко носить с собой. Создает хорошую жирную искру, что способствует быстрой распалке костра. Противоударный живучий телефон. Оснащен супермощным для таких устройств аккумулятором с 5200 мАч. Его прочный корпус обрамлен в двухцветный бампер из резины, предназначенный для смягчения ударов при случайных падениях. Форма бампера адаптирована для надежного удержания одной рукой. Все соединения корпуса имеют нулевой зазор, что предотвращает попадание внутрь устройства пыли, грязи, песка. Также говорится о водонепроницаемости при погружении аппарата в воду на глубину 1 метра на срок 30 минут. Телефон имеет уровень герметичности IP67. Можно вставить 2 сим-карты для удобства. Складная канистра на 3, 5 и 10 литров. Это складной пакет, в который вы легко сможете перенести воду. Не занимает много места, можно его брать с собой в поход, туризм или для выхода на природу. Пакет можно хранить в автомобиле или переносить в рюкзаке. У вас всегда будет под рукой емкость, куда можно набрать питьевой воды. Он абсолютно безопасен для здоровья, не содержит вредных соединений бисфенола А, практичен в использовании и за один раз позволяет набрать и переносить от 3 до 10 литров воды. Специальная неразбиваемая колба из авиационного алюминия. Предназначена для хранения мелочевки в походе и экстремальных условиях. Прекрасно подойдет для хранения спичек с горючим, документов, денежных купюр, флешек с важными данными и многого другого. Контейнер-колба полностью герметична. Ее можно без боязни ронять в жидкую грязь или нести в кармане штанов, переходя ручей вброд. В комплект входит набор для аварийной починки одежды, набор ушных палочек и 2 ватных тампона, абразивная пилочка, набор спичек с щиркашом, запасное резиновое уплотнительное кольцо для крышки, металлическое кольцо для крепления колбы на рюкзак или экипировку. Ремень из паракорда. Прочный черный поясной ремень, который подойдет спортсменам и любителям активного отдыха. Ремень изготовлен из паракорда и оснащен прочной застежкой. Этот ремень может действительно спасти вам жизнь в экстремальной ситуации, ведь паракорд настолько прочен, что способен выдержать вес человека. Носить его с собой легко. Сплетенный в ремень шнур занимает мало места. При возникновении необходимости просто расплетите ремень и используйте в зависимости от ситуации. Сердечник паракорда состоит из нейлоновых тонких и прочных нитей, которые можно использовать в качестве лески для ловли рыбы и даже для зашивания ран. Классная куртка. Благодаря свойствам материала куртка мягкая и эластичная, хорошо держит дождь и ветер, при этом очень хорошо дышит из-за анатомического кроя. Она прочная и долговечная, предназначена для всестороннего использования в горной местности. Куртка имеет стандартный покрой для того, чтобы можно было надеть под нее несколько дополнительных слоев одежды. Швы хорошо проклеены, а удобный капюшон регулируется по объему и овалу лица. Рукава артикулированы, низ рукавов регулируется при помощи липучки, есть утяжка по низу куртки, молнии влагостойкие. Налобный светодиодный фонарь – это ваш универсальный помощник с особой конструкцией, в которой учтены особенности использования прибора. Это не просто яркий фонарик, это мощный проектор. Центральная фара со светодиодом, максимальный световой поток 6000 люмен, обеспечит обзор на сотни метров. 2 боковых элемента с рефлекторами идеально подсветят пространство в радиусе 4-5 метра. Такой фонарик сегодня незаменим в хозяйстве, востребован среди автомобилистов, велосипедистов, владельцев собак, рыбаков, охотников и всех, кто любит отдыхать на природе. А вот и конкурс. Приз конкурса 200 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать, где вы были этим летом во время отдыха. Участвуйте в конкурсе, и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои видео. Всем пока!